Как будем отмечать? Предстоящее 550-летие столицы Чувашии обсудили на заседании Организационного комитета праздника и Общественного совета города. О самых интересных моментах Ольга Пырочкина. Мы выходим на финишную прямую по юбилейным датам 550-летию города Чебоксары. Сегодня вот в таком большом составе впервые собирается оргкомитет. День города Чебоксары отмечают с 1984 года, и он успел обрасти традициями. Их планируют соблюсти и в юбилей. Воскресенье – самый главный день этого года. Мы начнем, конечно, с нашей традиции – с утренней зарядки со звездой. Поздравить чебоксарцев планируют прилететь и верные друзья города – пилотажная группа «Стрижи». Традиционно соберет тысячи горожан и гостей столицы «Творческий бульвар». Завершится праздник – на Красной площади театрализованным представлением, выступлением артистов, мультимедийным шоу и ярким фейерверком. Впрочем, масштаб праздника должен соответствовать дате, отметил глава города Евгений Кадышев. Надо пойти во дворы, будут проводиться вот эти всякие тематические выставки, будут проводиться всякие такие небольшие какие-то конкурсы, будут проводиться маленькие или организовываться маленькие или большие эстрадные площадки. Вот именно, чтобы каждый житель почувствовал, что он сопричастен к этому празднику, чтобы праздник гремел не только на центральной улице, но и проходил в каждом доме. Чтобы решить, как организовать праздник для каждого горожанина, оргкомитет собрался вместе с Общественным советом Чебоксар, руководителями предприятий, которые готовы помочь, предложить идеи и просто знают и любят город. Я была первым жителем Новоюжного района. Два дома стояли. Канальское шоссе, дом 8, Хузангая, дом 8, дом 10. Больше ничего не было. Я была первым жителем Северо-Западного района. Это было всего два дома. Гузовского 26 и Гузовского 38. Вот такова моя жизнь прошла в этом городе своим любимым. Просил бы, чтобы мы не забывали про деловую программу, потому что очень большое количество занятых в Чувашской республике, сосредоточены именно в городе Чебоксары, работают на наших предприятиях в сфере малого бизнеса. И здесь нельзя забывать о том, что День города – это историческое событие, а дальше нам с вами всем жить в этом городе. И каждый житель города Чебоксары должен понимать, какое будущее у него. Оргкомитет услышал идеи по благоустройству исторической составляющей праздника, а вовлечению в торжества как можно большего количества детей. Концепция 550-летия перейдет в следующий год – год столетия образования Чувашской автономии, отметил руководитель администрации главы Чувашской республики Юрий Васильев. Из того, что останется не только в памяти горожан. В память о 550-летии мы разрабатываем медаль и вручим ее 550 самым активным гражданам города. Это останется навсегда. Это будет символ нашего праздника.